Шаг вправо, шаг влево считается побег. Конвой открывает огонь. Свет предупреждения. Шухов, братцы, одной ногой уже дома. Срок кончается. Нет, братцы, здесь жить можно. Спаси, сохрани, Господи. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь тебе есть время о душе подумать. Я слышал, у тебя жена умерла. Дети в детдоме. Давно. Что с ними? Говорите прямо. Здравствуй, папа. Прости, что долго не писала. С Лизонькой ты моей, наверное, беда. Пишет, что ребенка ждет от любимого человека. О браке не смог. А вдруг прибавку дадут? Больше смерти ее боюсь. День рабочий такой короткий. Только до работы пропадешь уже и все. Беги, я быстро. Только ряд доложу. Храни тебя, Господи. Вы же герой. Да бросьте, Николай Иванович. Какой я герой? Немцы! По третьему танку! Огонь! Есть! Собирайся, Буйновский. В карцер. 10 суток. Строгого. Он в карцере не жилец. Похвально Шухов за товарища постоять. А только теперь ты за товарища в карцер и пойдешь. Спасибо тебе, Господи.